Нижний Новгород Лайв. Живая музыка на 99.5 FM. 14 часов 38 минут на часах, в студии НН Радио. Друзья, всем доброго дня. И в студию микрофона музыкальный редактор радиостанции Андрей Лазарев. Со мной здесь в студии много приятных людей. Один из них — Алексей Молев, который сейчас молчит просто потому, что он следит за звуком. Друзья, и все неспроста, потому что сегодня в гостях у нас в студии находится музыкант, чье творчество оценивают не только российские слушатели, но и он известен по всему миру. Зовут его Роберт Лайтхаус. Роберт, hello. Привет. Привет. Да, вот можно проще. Ну, собственно, Роберт сегодня здесь неспроста, друзья, потому что сегодня, 24 августа, состоится концерт в клубе «Джем Престиж» в Нижнем Новгороде этого замечательного музыканта, блюзмена. Вот я вижу, что на улице нас слушают слушатели, подходят колонки. Друзья, да, не пропустите, можно сейчас послушать и еще прийти на концерт. В 8 вечера начало, да, если я правильно понимаю. В 8 вечера сегодня «Джем Престиж» в этом замечательном клубе состоится сольный концерт Роберта. Роберт, ну, во-первых, я так понимаю, что вы в России не в первый раз. Нет. Не в первый. 19-й раз. Ну, собственно, по русскому языку я понимаю, что да. Вас уже многому научили. Скажите, пожалуйста, публика в России и публика в Европе, в Америке, она сильно отличается на ваших концертах? You understand? Mostly. There, what's the difference? American and Russian. Well, Russian audience, you know, very polite, and sometimes, you know, because they don't like know this music, most a lot of times. Like American audience, it's like their folk music, so they know this, and they, you know, dance maybe or they, but Russian, well, many Russian men don't dance. Женщина, they танцует. Не танцует. Мужик. Понятно, что нет. Если, ну, можно. То есть, как бы, в принципе. Иногда. Русская танцует. Публика, ну, такая боль, правильно, что ли, потому что, ну, понимание блюза по-разному. В Америке это фолк-музыка считается, и под нее под блюз танцуют. А у нас слушают. У нас, в принципе, ну, как бы, скорее, блюз не знает, поэтому интерес к этой, ну, есть к этой теме. Ну, кстати, Роберт, по поводу того, что блюз не знает, я здесь поспорю, наверное, так. В России есть очень много известных музыкантов, которые так или иначе хотя бы раз в жизни играли блюз. Я предлагаю сыграть в игру. Я называю российского музыканта, вы называете американского блюзмена, кроме себя. А ты называешь блюзовых, правильно? Я называю тех, кто хоть раз в жизни играл блюз из российских музыкантов. Ну что, сыграем в эту игру? They were called Russian musician who play blues. Yeah. You American. Okay. Just say. Okay. For example, John Lennon, Paul McCartney. First Russian. Okay, I'll understand. I'll show you. Кто у нас, собственно? Майк Науменко. Майк Науменко. This is a musician from Petersburg who played blues. Yeah, не знаю. Okay, you don't know, but tell name. Some American bluesman. Ah, я понимаю. Derek Trucks. Окей. Derek Trucks. Хорошо. Кто у нас еще? Владимир Кузьмин. Ой, господи, чур меня. Кузьмин. That's not our Кузьмин. Okay. Big Bill Brunson. Oh, they're now living? Oh, it doesn't matter. Doesn't matter. Кто у нас еще играл блюз? Андрей, ну, как я блюз играл. Да. Евгений Маргулис. Кажется. Евгений Маргулис, да. Пусть будет так. Боб Марголин. Боб Марголин. Окей. Кто у нас еще играл? Чиж. Чиж? Да, давайте так. Чиж. 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 That's a bluesman. Да. Бен Андрюс. My friend, мой друг из Вашингтона. Алла Пугачева. Алла Пугачева не блюз. Как это было в фильме «Джентльмен удачи»? Он сказал, а почему она будет там хорошая, там хорошо? Франк Синатра. Окей. Ну, собственно, да, вы выиграли, у вас больше артистов, которые играют блюз. Но есть такое расхожее мнение, кстати, да, я надеюсь, получится перевести эту пословицу, что
блюз... хорошему человеку. Да, плохо. Самая тупая пословица. You know words about blues. That blues is when good people, you know that, yeah? Stupid. Yeah. Yeah. Я предлагаю развеять это мнение и прямо сейчас сыграть такой блюз, который... Just if you ask to play something good. Right now. Окей. Роберт Лайтхаус в эфире НН Радио, друзья. Это моя песня. She's right. Она правильно зовут песню. Me and my baby get along tight. Me and my baby never fuss and fight. She beautiful with a great insight. One more thing, she's always right. Mine, I love her, don't you know? Never argue with a woman if you wanna keep a happy home. Love to get up high as a kite. Step smoking, drinking to the morning light. Now she tells me when the time to say goodnight. As I said, she's right. My, I love her with soul. One thing, my brother, never argue with your baby if you wanna keep her happy. Great all the way around. Got the stuff to make a preacher lay his Bible down. Pretty as the morning light. You know she's just right. My, I love her with soul. Never argue with your babe if you wanna keep a happy home. Друзья, это Роберт Лайтхаус в эфире НН Радио. Сегодня в Jam Prestige будет замечательный концерт вот с таким вот позитивным блюзом, если по-русски можно так сказать. Наверное, можно так сказать. Друзья, собственно, ждем всех вас для того, чтобы Роберт убедился, что в Нижнем Новгороде под блюз танцуют. Под блюз улыбаются, веселятся, ну и, собственно, слушают эту прекрасную музыку. Роберт, тогда вопрос такой. В России, я так понимаю, вы играете не только сольно, но и с музыкантами. Как вам российские гитаристы, бас-гитаристы, ну, в общем, как российские музыканты, которые играют с вами? Достаточный уровень, чтобы покорить американскую публику? Well, the last part, sorry. Just how we call it with the musicians. Okay. Between American yeah, but, and... Yeah. And Russian. Well, there are many good Russian musicians that I play with here. Of course, they don't, barabanchik sometimes, but there are good ones. For instance, girl in what's her name? Jumping Cat Girl. Ксения. Very очень хорошая. Музыканты хорошие, как бы он играл со многими музыкантами. Бывают проблемы с барабанщиками иногда, потому что блюз все-таки, ну, как бы, это не так просто. Потом он вспоминает ту девушку Ксению, которая из группы Jumping Cats московская. Вот, окей. So in general, the girls play better drums than the men in Russia. В России получается, что девчонки лучше играют на барабанах, лучше, чем мужики. А кто, вам приходится, допустим, кого-то, вообще приходилось в жизни кого-то учить играть блюз?
Did you loan somebody? Here in Russia? I don't, it doesn't matter. Yeah, here in Russia I have to teach blues to musicians. В России этим вот позанимался. Вот, стоит. Вот стоит у нас Андрей Паншин здесь. Да, группа Jack Daniel's Time. Jack Daniel's Time, с которым Роберт играл 4 года назад, последний раз. Тогда вот, а сегодня они, вот они поучились уже. Да. У нас ученик Роберта. Ну что, друзья, тогда сегодня еще и на сцене, так понимаю, что группа Jack Daniel's Times будет играть вместе с Робертом на сцене Jam Prestige. Поэтому, друзья, всех вас призываем. Сейчас мы прервемся на небольшой блок коммерческой информации и информацию с дорог Нижнего Новгорода. После чего еще одну песню мы услышим в исполнении Роберта Лайтхауса в эфире NN Radio. Если есть вопросы, пишите 8-9-200-150-600. А мы пока подготовимся. Нижний Новгород Лайв. Живая музыка на 99.5 FM. 14.51 на часах студии, друзья, это NN Radio, волна 99.5 в Нижнем Новгороде. Ну и, собственно, сегодня не так все просто, сегодня все гораздо лучше, чем могли себе представить, потому что в гостях у нас Роберт Лайтхаус, гитарист, вокалист, ну и, собственно, блюзмен. Прекрасное звание, я считаю, для любого музыканта, который сегодня будет играть не только в эфире NN Radio и уже сыграл, но и сыграет на сцене Jam Prestige Club 24 августа, это сегодня, 8 часов вечера начало. Там же выступит и легендарный нижегородский коллектив Jack Daniel's Time в сопровождении. Будет сопровождать Роберта. Ну и, Роберт, не так много времени у нас остается для интервью. Хотел бы уточнить такой момент. Ваш крайний альбом вышел в 2009 году. Да. Well, my last album would be the Made in Siberia. Ah, yeah, right. Он говорит, что на самом, то есть последний альбом, который вышел в 2009 году, называется Democracy Boulevard. Boulevard, на самом деле, пусть у него еще один альбом есть, который вышел в России и который издал лично я, если что. А, вот так. Называется этот альбом Made in Siberia. Это концертный альбом, концерт в Новосибирске. Хорошо. When it was? Something like 12? No. 11 году? No, 10 or 11. No, 12. 12? 12 году. Хорошо. Вопрос такой. Смогут ли сегодня зрители, слушатели, которые придут на концерт, приобрести ваши пластинки? Я сразу говорю, что могут. Могут. У нас альбом есть с собой. Вот этот последний, крайний, неважно, но только вот именно Democracy, американский, не российский. Отлично. Можно будет купить и запросто. Хорошо, ну тогда я на правах музыкального редактора могу сказать, что вы звучите великолепно. Вот. Добрый будет, Надежда. Спасибо. И для всех слушателей NN Radio я предлагаю сейчас сыграть ту песню, которая вам лично нравится больше всего. This is Robert Johnson, The Last Fair Deal Gone Down. This last fair deal gone down. The last fair deal gone down. Last fair deal gone down, good Lord, on this Gulfport Island Road. Idle bell, don't you cry this time. Idle bell, don't cry this time. If you're crying about a nickel, you're dying about a dime. Wouldn't cry, but the money was mine. Love the way you do, good Lord, on this Gulfport Island Road. Thank you.
Роберт Лайтхаус в эфире НН Радио. Сегодня специально для всех слушателей волны 99.5. Друзья, ждем всех вас вечером в 8 часов в Джем Престиж на самый настоящий Дельта Блюз. Роберт, огромное вам спасибо, успехов, удачи и, конечно же, пусть ваша дорога будет долгой и мелодичной. Спасибо большое. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Прямо сейчас музыка на волне НН Радио. НН Радио.